Там у соседа пир горой, и гость солидно налитой, но хозяйка хвост трубой идет к подвалам, в замок врезаются ключи, и появляются харчи, и с тягой ладится в печи с поддувалом. А у меня сплошные передряги, то в огороде недород, то скот падет, то печь чадит от нехорошей тяги, а то щеку на сторону ведет. Катя. Да, ну рисуй. Мама, мама. Мама. Катя. Жека, сейчас будет стрелять в тире. Жека, ну покажи класс. Бомбанем тут вот, но вторую мировую устроим. Будешь стрелять, Джек? По-любому. Это проебал фигуры, если что. Вон там, вон, наверное, дяденька. Вон, за камнем. Целый автомат. Тут баба.
почти дают, да? Надо быстрее достать ножи, как он стреляет, да? Понял. Мне уже стыдно, ты посмотри, как ты стреляешь. Сейчас Жека, Жека сейчас покажет мастер-класс по стрельбе. Не, я не буду стрелять, будет. Ну, один выстрел. Хватит там, кто-то у тебя. 5 моих, 5 твоих. Давай, хорошо. 10 копеек выстрел. Ты посмотри, как бродяга режиссер стреляет. Да. Сравнение. Да. Так устроим соревнование. Да. Бродяга ты или не бродяга? Да, да, да. Посмотрим. Жека, готов? Чего стреляли? Какой ты берешь орудие? Давай же, опа. Что-то Жека слабенько, слабенько Жек. За попадание пришлю. А, еще один. Ну, попал. Жека. Подожди, ну ничего страшного, рядышком.